В Кирове появилась первая в области система видеофиксации нарушений водителями правил проезда через переезд. Об этом сегодня рассказали железнодорожники и представители ГИБДД в рамках акции «Остановись до переезда». Комплекс установили на переезде Киров-Красносельский у села Корчомкино. Здесь его разместили не случайно. На этом участке уже была авария, когда столкнулись автомобиль и поезд. Отметим, что система видеофиксации точно такая же, как и те, что установлены на автотрассах. Информация о нарушении будет отправляться напрямую в ГИБДД, где водителю и выпишут штраф. На сегодняшний день комплекс смонтирован и установлен. В полном объеме система заработает в ближайшее время после прохождения процедур согласования. Мы призываем водителей соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды, особенно на переездах без дежурного работника, где водители самостоятельно оценивают ситуацию и принимают решения. За нарушение правил проезда железнодорожных переездов у нас предусмотрена административная ответственность по статье 12.10 и административный штраф 1000 рублей либо лишение права управления от 3 до 6 месяцев.